Улицу Университетскую, возможно, откроют в ближайшие 2 недели. Новая дорога практически закончена, там уже появились дорожные знаки. Осталось установить дополнительные секции к светофорам на перекрестке с проспектом Пролетарский. Готовится документация, то есть все равно пока нет всех разрешений там, ГИБДД, там, всех служб контрольных, сдать ее в эксплуатацию нельзя. Но вот сейчас как раз этим занимаются. Я надеюсь, что там, ну, неделю, две. Ну, мне так хочется, как жителю, по крайней мере, потому что очень уж хорошая улица.